КНДР запустила ракету в сторону Японии, СМИ. Ракета перелетела через территорию Японии. Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии, сообщает телеканал NHK. Отмечается, что ракета КНДР, перелетев через территорию Японии, упала в 2000 километров от мыса Рима на Хоккайдо. Власти Японии призвали жителей ряда северо-восточных префектур направиться в укрытие. Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Ким Чен Ын отметил банкетом испытание водородной бомбы. 11 сентября Совбез ООН единогласно поддержал ужесточение санкций против КНДР в Северной Корее, полностью отвергли введение новых мер. По материалам сайта news.com.